Итак, друзья, город Одесса, турнир «Пирамида», который очень много лет происходит на высшем уровне, от 3 лет до 65. Thank you.
А вот детки тоже приехали на конкурс, на этот знаменитый турнир в городе Одесса. И решили нам продемонстрировать на улице их способности в танцах. Поэтому прошу любить и жаловать. Thank you.
Итак, знакомьтесь, организатор турнира «Пирамида» в городе Одесса Антон Ильин. В каких целях вы проводите? Ну и так, пару слов об этом конкурсе. Ну, турнир – это один из самых старейших и сильнейших турниров в Украине. Он проводится с 2006 года. Изначально он был задуман как показательный турнир для вообще, чтобы танцоры, которые участвуют в восточных конкурсах, чтобы они увидели, как это может происходить. Огромное количество иностранных судей всегда было на этих турнирах. Огромное количество профессиональных танцоров выросло в Украине благодаря этому турниру, в том числе, и они все участвовали на этом турнире. То есть турнир проводится уже очень много лет с огромными традициями и всегда проводится на очень высоком уровне. Ясненько. А скажите, пожалуйста, какие возраста участвуют в конкурсе? Ну, сначала у нас вообще было очень жестко, у нас было три возраста, то есть это, грубо говоря, ювеналы, юниоры и взрослые, которые делились на любителей и профессионалов. Сейчас у нас эти уже возраста поделены, но на самом деле самым младшим участникам где-то около 3 лет, самым старшим участникам они тщательно скрывают свой возраст, но это очень за 18, то есть совсем-совсем-совсем, это гранд-синьорины, это девушки, которые старше 65. Ясно. Ну, я почему спрашиваю, потому что у меня же дочка тоже с 4 лет занимается восточными танцами, и сейчас ей уже почти 10, в декабре будет 10 лет. Сейчас она в высшей лиге, и как бы мне нравится, чем она занимается, мне вообще нравятся восточные танцы, и Восток, вообще традиции восточные. И хотел вас узнать, вот получается, это, скажем так, не дешевое дело, да, допустим, участвовать в этих конкурсах. То есть это же государство не поддерживает эти конкурсы. И то есть каждый родитель, да, оплачивает. То есть это же, что касается костюмы, постановки, платья и так далее и тому подобное. Вот что вы можете об этом сказать? Я могу только одно сказать, что очень жаль, что это не поддерживает ни государство, ни кто-либо еще. Потому что, например, наше мероприятие именно «Пирамида» и Кубок мира, который проводится совместно с этим турниром, это мероприятие, которое является имиджевым, то есть это не прибыльное мероприятие абсолютно, то есть вот мы сколько его проводим лет, мы еще как бы в плюс ни разу, то есть, ну, в круговую в плюс не вышли в большой. Вот, поэтому, к сожалению, это так, то есть и организаторы не могут вложить столько денег, сколько бы хотелось бы, и, естественно, родители вынуждены за свой счет и оплачивать поездки, и оплачивать, естественно, тренировки, и оплачивать костюмы, которые стоят огромных денег, потому что я прекрасно знаю, что такое костюмы, когда покупаются камни Сваровски там тысячами штук, вот и обклеивается платье. И вот когда его величество танец уже проявляется на паркете, и когда девушки начинают танцевать, то я думаю, любому родителю, особенно папе, очень приятно, когда его дочка выглядит лучше всех, танцует лучше всех и занимает места лучше всех. Я могу вам это сказать, как отец 2 дочерей, которые занимаются современным танцевальным спортом, которые являются чемпионами мира. Это безумно приятно, и уже как бы не важно, сколько денег ты потратил в свое время. Но если бы кто-то это поддержал бы на государственном уровне, это было бы просто великолепно. Да, это отлично, как говорится, ваш месседж. И еще скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы только проводите в Украине соревнования или вы выходите на какой-то европейский уровень? Мы проводим международные соревнования в Украине. К нам приезжают различные страны. Это Кубок мира, это официальный Кубок мира под эгидой международной организации. Также это международная организация, с которой мы сотрудничаем уже далеко не первый год, проводит чемпионаты мира, чемпионаты Европы в разных странах, в Италии, Франции, Испании и так далее, и так далее, и так далее. В Англии, в Польше, в Венгрии, в Хорватии. То есть во всех странах западного лагеря, так назовем по старинке, проводятся чемпионаты мира ежегодно. И мы каждый год выезжаем туда и можем сказать уже с гордостью, что последние 15 лет мы занимаем общекомандное первое место на чемпионатах мира, которые проходят в Европе. Ясно. Большое спасибо. Еще напоследок скажите, пожалуйста, ваши пожелания тем детям, которые еще танцуют, точнее танцуют дома, но которые тоже хотят, чтобы выступать на сцене, пожелайте им, я имею в виду, что-то хорошее. Ну, во-первых, я хочу пожелать детям, которые
находятся дома и не могут выехать по каким-то причинам на турниры. Во-первых, чтобы у них стали очень богатые родители. Это очень важно, конечно. Во-вторых, я хочу сказать, что если есть хоть какая-то возможность поехать на какое-то мероприятие, на соревнование в другой город или в другую страну, обязательно воспользуйтесь этим, потому что это совершенно другой мир. Я очень надеюсь, что государство обратит внимание на малообеспеченных детей и начнет выделять материальные средства для того, чтобы дети позволяли себе танцевать и развиваться.